нас выпал снег. Мы как это круто, впервые за 2 года у нас выпал снег. Выбираю машины хорошо. Из-за того, что выпал снег, стало немножко так влажно, и поэтому ощущается так немножко морозно, что ли, ну так прохладнее, немножко прохладнее, чем обычно, но все равно это так круто, что он выпал. Конечно, он долго не пролежит, он уже начал таять, там он уже мало что осталось, но все равно это так круто. Раз в 2 года увидеть снежок. Уже очень скоро весь снег, конечно же, потает, а пока можно наслаждаться даже слякотью. Если честно, за неимением снега около 2 лет я даже рада была слякоти. Только что шли, и снег уже начал таять, такая слякоть, грязь, снеговики лепят, в общем, классно. Soldiers of the light, and we will go.